Шеф-повар Максим Григорьев. Картофельный суп в хлебе. Не зря говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Подача супа в хлебе, кажущаяся нам модной фишкой, давным-давно известна в национальной кухне множества самых различных народов. Ведь это и вкусно, и практично, не нужно пачкать лишнюю миску, а уж какое удовольствие получаешь, кушая потом пропитавшийся супом хлебушек. Ну и еще. Суп в хлебе – это достойный ответ всем тем занудам, которые считают, что вымакивать из тарелки жидкость куском хлеба – это моветон. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Вода 150 мл. Картофель 100 грамм. Куркума 1 щепотка. Лук репчатый 0,1 штук. Масло подсолнечное рафинированное 1 столовая ложка. Соль 1 щепотка. Хлебцы зерновые 1 штука. Шаг 1. Я даю соотношение ингредиентов на 1 порцию, 1 булочку, чтобы было проще пересчитывать на любое количество едоков. Самая важная информация – 150 мл воды, это максимум жидкости на 100 грамм картошки. Меньше можно, больше получится слишком жидко. Любые добавки приветствуются, я просто решила приготовить постный, вегетарианский вариант супа в хлебе. Зелень и приправы, все по вкусу, кто что любит, ничего обязательного. Шаг 2. Чистим лук и картошку. Шаг 3. Мелко режем лук и картошку. Шаг 4. Обжариваем лук и картошку в растительном масле до прозрачности. Шаг 5. Варим лук и картошку в воде до того, чтобы картошка стала мягкой. В зависимости от сорта, 10-30 минут. Сухие приправы можно ввести уже перед варкой, соль пока рано. Шаг 6. Пока варится картофельный суп, срезаем с булочки крышку и выковыриваем мякиш, чтобы у нас осталась только емкость из корочки. Шаг 7. Мякиш, вероятнее всего, в дело уже не пустишь, а вот отрезанный кусок корки можно мелко порезать. Шаг 8. Обжарить из этого дела хрустящие сухарики. Кто не желает жарить сухарики, конечно же, может жарить гренки или крутоны. Шаг 9. Сварившийся картофельный суп мы солим и пюрируем блендером. Кто не хочет готовить постный вариант, небольшое количество сливок вкус только улучшит. Шаг 10. Наливаем суп в хлеб, посыпаем сухариками и зеленью, готово. Наверное, многих интересует вопрос, не размокает ли булка от супа. Лично, проверила, стояла больше 0,5 часа, не размокла. Действительно, можно хоть без тарелки сервировать. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.